Всем привет, с вами Саргас. Уже очень и очень давно я хотел каждую неделю выпускать по одному видео, посвященному книгам. Потому что читаю я много, чтение это одно из основных моих хобби. И когда я стал писать книги, я понял, насколько важно для авторов, особенно российских авторов, продвижение их в интернете, потому что чтение, к сожалению, будем откровенны, нынче не слишком популярно. О чем говорят на Ютубе? Игры, фильмы, какие-то новости. И книжных каналов, не очень много, и они не слишком популярны. Более того, основная часть книжных каналов – это какие-то саммари, то есть краткие изложения. Но, тем не менее, я знаю, что многие мои подписчики читать любят. И поэтому я хотел бы поделиться с ними книгами, которые прочитал сам и которые хотел бы рекомендовать другим. Одна из первых книг, которую я смело рекомендую практически каждому, это «Архимаг». Это фэнтези, но это настолько прекрасно написанное фэнтези. Честно говоря, я долго даже не знал, как подступиться к рассказу об этой серии книг, потому что она очень объемная, и каждая книга о чем-то своем. И при этом не хочется спойлерить, но я опишу вкратце. Это некий субъект, креол, очень и очень колоритный маг прошлого, который когда-то давно обманул смерть, обманул демонов, которым была заложена его душа, и проспал, фактически был мертв в саркофаге многие тысячи лет. И вот он воскрес, воскрес его джинн-слуга вместе с ним, и они начали пытаться вновь наращивать мощь. Как мы узнаем впоследствии, он строил планы по борьбе с Лэнгом, это местный аналог ада. И, по сути, это такое становление божества. То есть, как маг, шаг за шагом, наращивая свою силу, наращивая свою мощь, наращивая свои умения, возможности и связи, идет по лестнице в небо. Да, это фэнтези, да, это, не слишком близко к реальности, но настрой этого мага, его бескомпромиссность, его идеи и идеалы – это то, с чем стоит познакомиться каждому, кто интересуется или занимается магией. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! We'll be right back.